«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами Элла Дезертир, и у нас опять-таки Diablo кооператив. Да, вот такая вот веселая штука. Всем еще раз действительно привет. И мы продолжаем. Уже, по-моему, 12-я серия. Какая-то, да. Не считаем обычно в сериях, иначе что-нибудь не то произойдет, и потом... А где 10-я? Так, нам... Давай в город телепортанемся, и потом по порту просто бросимся туда. Ну, ты по мне просто прыгни, я пока добегу, дойду ты как раз... А, я если это, надо еще поговорить. Да хорош. Вот именно. А я пока добегу до туда. Так что давай. У тебя есть все шансы. Так, он снова с нами сказал, что у меня Диабло протормаживается. Не знаю, у меня сейчас 50 FPS, в принципе. Не, у меня тоже, но я когда сундук открываю, надо было и вправду по тебе прыгать. Ты не пробовал как-то там поговорить еще с кое-кем? Не? Твою ж девизь. А он вылез, я думал, все, больше ничего нам не расскажет. Ты забыл? Лия тоже поперла. Чувак! Я сейчас точно бы свою голову потерял. Я отключил микрофон, включил микрофон. Точнее, я сделал его чуть-чуть потише. И кашлял. Я не знаю, мне что-то в горло першит, ничего, бывает такое. Пересыхает горло. Неприятное ощущение. А стакан воды не пробовал? Нету рядом, только 5-литровая бутыль. Который ты боишься обронить, когда будешь брать двумя пальцами? Да нет, я обычно спокойно поднимаю. Ой, элитка. Будет хорошая смерть. Она любит пошутить, я смотрю. Ну-ну. Я пошел отсюда. Да я тебя под бабу взял. Под бабу взял? Да, если что, ори. А ты просто кнопку нажимаешь, он автоматом кидает? Да. Но он ненадолго защищает, у тебя буквально пару секунд. Ну, как это обычно бывает, сам же знаешь. Ну да, 10 секунд. Ну, не 10 меньше, намного меньше. Но я про Вовку. Блин, я столько мучился, его убивал, и он какую-то синьку нам дал. Ну да, так всегда бывает. Так, а что мы сейчас ищем? А, две какие-то шмотки. Бриллианты. Мы ищем эти... Да. И мы рычаги. Наши, да. Ну, написано же Бог. Книжка. Вот тут. Что ты? Слышь, ты акведук. Что ты, никак не взял, что? Блин, опять эти. Я вот этих чуваков не очень люблю, они взрываются после смерти. Да ладно, чё ж ты раньше-то не сказал? Ой. Чел, признайся, ты когда-нибудь осьминогов ел? Сейчас не до этого, но нет, не ел. Акведук, где твой бабл? Иди сюда, будет тебе бабл. А зачем он тебе, у тебя там все? Не, он мне не нужен, просто сам на себя накинь. А, так у меня нормально все было. Я просто убегал там от этого, от заморозки, скажем так. Вот от этой. Ну, благо, что они сдохли. Зеленка выпала! Поздравляю. Серьезно? А, нет, это рецепт. Ты так обрадовался же. Ну, я в куче... Зеленка слилась с зеленкой, и поэтому... Да, зеленка стала слишком зеленой. Да. Так. Вообще я не знаю, как я потом буду запись сводить, но я постараюсь, чтобы там звук более-менее нормально шел. А сейчас что, он не идет? А у меня Фрапс что-то тупит. Но мне лень с ним сейчас разбираться, поэтому я записываю звук отдельно.
Причем там идет дорожка, соответственно, только моя. То есть, ну, микрофон. Зато звук чистый будет, я могу сразу подредактировать. О, как. То есть меня там нету? Нет, тебя там нет. Ты у меня вместе с игрой будешь записывать. Вот редкостный ты извращенец. А в этом, во Фрапсе, по-моему, тоже можно, есть такая функция. Отдельную дорожку. Отдельно, но проблема в том, что Premiere Pro ее только одну может выводить. Вот-вот. Хотя почему? Премьер там все дорожки выводит. Что за фигню сейчас сказал? Хоть 200 дорожек он тебе выведет. Вопрос в другом, что он не все форматы читает. Почему? Это да. Я не знаю, что у тебя за Фрапс, у меня... Нет, Фрапс он читает спокойно, я не про это. Я говорю, что сам Premiere Pro не все иногда форматы читает, которые есть, он в там... принципе. Так, мы, по-моему, не туда идем. Нам уже, видишь, подсказка даже есть. Ну, почему не туда? Как раз наоборот, туда. Идем. Ну, я не знал, что здесь можно так обойти. Ну, как бы это было видно. Ну, я захожу, наверное, да? Ну, давай. Нажимаю, что? Вообще, вроде поставил пропускать автоматические ролики, но... Но мне, видать, надо тоже эту фигню поставить. А нам потом надо в пятом акте не пропускать ролики. Поэтому я... А, ну правильно, поэтому я убрал ее потом. Все верно. Так. Так, ну чё, зеленки позорные. У тебя тоже этот молот грома есть, или как он там называется, кстати? Наверное. Ярость небес она называется, понимает. Что у вас столько-то, а? Да вы уже кончитесь. Ну да, у меня щитов на вас почти не хватает. Замолчи. Скакал от меня. Да, ты же сам говоришь. Обиделся, да? Нет, ты же говоришь, когда это закончится, я решил убежать от этого. Надоело, говорит, все это уже. Так. Ну вот не вовремя мне звонят. Видишь, как плохо, когда скайп не на красный. Не знаю, у меня обычно... Я просто, знаешь, сделал так, что у меня никакие звуки, в принципе, за скайпа не идут. Я единственное забыл вот вырубить, чтобы когда собеседник отключается, но не по своей воле, а из-за интернета. Это единственный звук, который есть. Не, у меня нету звуков вызовов тоже. У меня вообще все звуки отключены в скайпе. Я имею в виду, когда красное ставишь, окна не всплывают, что тебе кто-то звонит. А когда другие состояния, то они на пол экрана. Ну да. Ну не на пол, допустим. Вот, я об этом. А красный режим там просто... Просто он веселый. Вообще, играя в Diablo, обсуждать другую вещь, это как-то... Ну надо же чем-то занимать стиле разговор-то, а? Не, я говорю, наоборот, это как-то в нашем стиле. Ну да, главное политику не трогать. Да, в общем, что касаемо Украины... Так, походу, здесь тоже тупик. Здесь сумка зато. Акведуки, уже задрал этот акведук. Ладно. Никто не мешает нажать крестик. И чё, я нажимаю. Ну, у меня лично после этого записи исчезает. А я все время на escape жму, он все равно не исчезает. На escape бесполезно жать. Ну да, это он не та меню запись. Да. О, какой тут фига. Такие два сразу исчезли куда-то. И два сыкло. Нас откинуло. Вот не знаю, почему я так запомнил, что если зеленого, ой, желтого убиваешь, тогда все два других рассыпаются. Нет. То есть, я вообще не знаю, откуда ты этот бред взял, но, блин, обычно так не бывает, чувак. Было раньше. Не, ну мелких, которые призывают, может быть, но у меня что-то такого не было лично. Потому что ты не акведук. Я с этим полностью согласен. Прям вот полностью. Если бы ты еще рассказал людям, что такое акведук, они были бы тебе, возможно, благодарны. Ну, надо книжку первую и вторую послушать. А-а-а, то есть что такое акведук, ты не знаешь.
Монстр такой. Че? Акведуки, он же говорит это. Чувак, ты хоть знаешь, что такое акведук? Или мне лучше не акцентировать на это внимание? Я думаю, уже акцентирую, не акцентирую, все поняли, в чем тут фишка. Если что, то по акведукам вообще-то вода текла. В древнем еще Риме. Ну так, если что. К монстрам это не имеет никакого отношения. Вот видишь, полезно как в Диабло играть. Да, но при этом полезно, но ты не знал. Да хорош уже трындеть. Поздоровайся с ним. Хдыщ! О, меня на лошади пустили. Ой, что-то мне не нравится то, что там впереди. Да, все нормально. Все, умерли все. О, как я сразу троих-то смотрю. Троих, да. И я им продолжу сеанс. Слушай, тебе вопрос на засыпку. Ты у нас за Мстителями следишь? Да нет, в принципе, а что? Ну, ладно. В начале что было? Железный Человек 3 или Мстители? В начале был самый первый Халк. Чувак, я тебе про другое спрашиваю. По-моему, насколько я знаю, третий был последним. Ну. Не, я имею в виду, когда кто выходил в кинотеатр, потому что я третьего человека посмотрел на днях. Надо было там сначала Возмездятели, а потом третьего, потому что концовка третьего говорит о том, что типа он больше не будет с ними. Ну, вообще с кем-либо. Ну, ты же сам смотрел концовку. Ну, да. Ну, вот. Но я не проспойлерил, как бы, но вроде и проспойлерил. Не, я имею в виду, что Мстители, видать, в начале вышел Iron Man 3, потому что там показывали фрагменты из Мстителей. Нет. Что нет? Насколько я помню, вышел наоборот, ну ладно. Потому что он вышел еще, когда второй был. Мстители вышли, уже второй был, но третьего еще, по-моему, не было. В общем, я за этим делом не особо слежу. А так, самое первое, самый первый фильм, который был, это был Халк. Вообще, из всей этой линейки. Потому что все остальные. Ты, кстати, его смотрел вообще? Халка, да. И первого, и второго? И первого, и второго, да. И какой мне тот актер больше, ну мне который самый в первом? Первый, да, где там они его мочат какими-то излучателями. Да, вот по-моему там лучше это все получилось. Ну там актеры более колоритные, мне кажется. Ну да. Ну в принципе на вкус и цвет. Ну вот невероятный Человек-паук, вообще фигня, отстой, бредятина. Ну это наше как бы. Здесь кто-то думает по-другому, то пишите в комментариях, да. Флаг вам в руки. Вот, то есть, дай бог, чтобы вам понравилось. Если нет, то, ну, тогда соглашайтесь с нами. Не, ну они его сделали, давай хотя бы мнение свое выскажем. Они его сделали. Я его, честно скажу, я его еще не успел вторую часть посмотреть пока что. Я посмотрел только первую. Не, ну я про первую и говорю, чтобы не спойлерить вторую. Вот, я надеюсь, что все первые, в принципе, смотрели, и Магуайр мне нравился больше, в плане как актер, в принципе, и его напарница тоже лучше смотрелась, на мой взгляд, опять же. А, кстати, почему они в последнем Пауке вообще ничего не сделали, что девчонку его не так зовут, что репортера там нету? А хотя они клятвенно говорили, что они приближенные комиксам сделали. Ну, что-то мне кажется просто, что они как обычно натрындели. Хотя вот, кстати, тут же еще недавно сказали, что фильм-то по Вовке, кстати, снят, уже готов, но будет долго проходить его, так сказать, постпродакшн. Да. Чуть не, ли не до 16-го года, что ли. Да, я не знаю, как-то они быстро его сняли, ты чё? Нет, но они будут доводить его до конца там уже там. Дальше все только от
программистов и дизайнеров будет зависеть, собственно. Они сняли видеоряд, то есть с людьми именно. А потом это будет все переводиться на компьютерную графику, как я понимаю. Ага. Я не знаю, лучше бы они, наверное, все-таки нарисовали бы его. Ну, как бы компьютерная графика хорошо тоже, не? Так, сколько у нас по времени идет с тобой? 15 минут. Ага, вижу, да. Я, кстати, понял, что я буду тупить, у меня же есть здесь чем смотреть, собственно говоря. Собственно, давай можем здесь закончить, потому что это, в принципе, чего нет. Зачем такие короткие серии делать? Пойдем еще найдем два бутылька. Ты где там бутылек? Бутылек бежит.